привести в порядок и снизить аварийность. В Самаре в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют Волжское шоссе. Сейчас укрепляют покрытие и меняют асфальт. Там, где это необходимо, проезжую часть расширяют. Каким будет движение и когда планируют завершить все работы, выяснил Виталий Портнов. Проезд затруднен, но больших пробок нет. На Волжском шоссе на участке длиной чуть больше 3 километра покрытие ремонтируют частями. Где необходимо, дорогу расширяют до 14 метров, но движение останется 4-полосным. Укрепляют основания и кладут новый асфальт. Укладывается крупнозернистый асфальтобетон из высокопрочного щебня. Толщиной как бы в среднем 8, но для исправления просадок, поперечного уклона, добавляется еще 1,5 в среднем, до 9,5 сантиметров. После этого верхний слой 5 сантиметров. Этот асфальт надежный, служит дольше обычного за счет полимерных веществ. Покрытие устойчиво к температурным перепадам и механическому воздействию. Ремонт идет в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги». У нас есть своя аккредитованная лаборатория на базе. Контроль осуществляется как на выходе асфальтобетонной смеси, так и на входе здесь в температурный режим и все остальное. Проверка всех параметров уплотнения проводится как в нашей лаборатории, так и в лаборатории Министерства транспорта. Поэтому контроля нам хватает. О безопасности пешеходов тоже позаботились. Теперь они будут ходить не по проезжей части, а по тротуарам. Предусмотрены велодорожки. В порядок приведут и автобусные остановки. Завершить все работы здесь планируют в октябре. Чтобы Волжское шоссе действительно было безопасным на всем своем протяжении, здесь заменят не только асфальт, но и проведут освещение и прямо в центре дороги установят барьерное ограждение. Оно необходимо для того, чтобы не допустить выезда машин на полосы встречного движения и уменьшить количество ДТП. Всего в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги» только в этом году отремонтируют 93 улицы общей протяженностью 150 километров. Не только в Самаре, но и Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Чапаевске и Кинеле. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в 2017 году планируется затратить 4,1 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда – это средства федерального бюджета. По региональным автомобильным дорогам в рамках данного проекта будет отремонтировано 5 дорог. 2 из них – границы городского округа Самары, это участок Волжского шоссе, на котором мы сейчас находимся, и Красноглинское шоссе. Волжское шоссе после ремонта станет частью одного из крупных транспортных узлов, которые соединит главные артерии Самары и позволит без препятствий проехать из одного конца города в другой, а также добраться до стадиона «Самара-Арена». Виталий Портнов, Алексей Вельмискин, новости губернии.